Эхэй, всем здорова, чуваки, с вами как всегда на связи Брейн, и сегодня мы вместе с вами снова возвращаемся в Total War Attila и продолжаем играть за Скловинов. Итак, на прошлой серии мы с вами остановились, что мы наконец-таки уничтожили с вами сасанидов, полностью взяли свой восток, наш восток, полностью взяли его под контроль. Сегодня мы с вами, что будем делать, все-таки наведем порядок здесь, это в первую очередь. А потом надо вот с этими достающими римскими сепаратистами разобраться, они находятся здесь в Вайло. Отправим вот этот вот стек. Отправим его, и надо его, этот город, я думаю, скорее всего, мы его просто-напросто разрушим, и его потом со временем Восточная Римская империя возьмет снова себе. Также очень сильно разошлись комментарии по поводу Восточной Римской империи. Что же с ней делать? Многие пишут: объяви им войну, воюй с Восточной Римской империей. Некоторые пишут: не воюй с Римской империей, заключи с ними военный союз, найди их общих врагов и вместе их давите. Честно, я вот даже не знаю, как тут поступить, чтобы всем было интересно смотреть дальнейшее прохождение. Не знаю, честно скажу, вот я нахожусь вот в замешательстве. Все-таки что же с ними делать? Кто-то просил уйти на запад, типа, хватит там воевать на восточных землях, продвигайся на запад. Продвигаемся на запад, мы на данный момент уперлись с вами в пиктов, то есть с ними у нас довольно-таки недружелюбные отношения, но опять же, все эти отношения можно с ними поднять, если мы начнем войну с Восточной Римской империей. И, соответственно, ее просто со всех сторон задавят. С другой стороны, если мы пойдем на пиктов, да, у них есть какая-то более-менее организованная линия фронта, то есть нам придется их начинать давить из Герцинии, то есть в современную Францию, в Британию, в Испанию. Мне кажется, вот эта вот война все-таки будет немножко поинтереснее, чем с Восточной Римской империей. У пиктов есть довольно-таки очень сильный союз, который состоит из пиктов, эбданов и каледонцев. Они там практически всех выжили, то есть там у Испании одна провинция осталась. Там более-менее еще отпор дают алеманы, ну и то, если у них там было 20 с чем-то территорий, сейчас уже осталось всего лишь 15. То есть, скорее всего, да, мы, скорее всего, еще раз повторюсь, не будем пока начинать войну с Восточной Римской империей. Может быть, под конец кампании, я помню, в Западной Римской империи, когда играл, просили: давай войну с Восточной Римской империей. Я вам скажу: да, здесь точно будет война с Восточной Римской империей, но, я думаю, не сейчас. Не прям сейчас, мы сейчас, я говорю, займемся тем, что сегодня укрепим Восток, разобьем сепаратистов. А также вот еще, кстати, что вот этих надо, вот эту орду надо тоже разбить. Она меня достала уже на протяжении 20-30 ходов. Они сидят возле Гелана, и мне это не нравится все-таки. При учете, что у нас отношения с ними ухудшаются, мы, наши войска все дальше отправляются на запад, то вот эта территория практически остается беззащитна у нас. Ну и, собственно, наш наследник проведет первый бой. Почему бы нет? Давайте, я думаю, мы и начнем нашу игру именно с этого. Так. У них, кстати, есть союзники. Бургунды и алеманы. Ой, лангобарды. Это уже плохо. Мы им войну объявить не можем. И мне это не нравится. Потому что если мы сейчас объявим войну, то он против нас, бургунды, лангобарды, замеют зуб. Скажем так. Заимеют зуб. Ну, а с другой стороны, если мы с вами решили, что мы будем продвигаться на запад, то конфликта с лангобардами, и с алеманами, и с бургундами нам не избежать. Что у нас тут по провинциям? Ну, гарнизончик пока слабый, скажу я вам. Да? И учитывая, что вот эта провинция, вот эта провинция, вот эта провинция... соседи практически с бургундами, то они будут подвержены атаке в первую очередь. Что мы можем здесь попробовать сейчас сделать? Оттянуть войну, чтобы укрепить свои города? Ну, вроде как, ждать. Я не знаю. Попробовать у пиктов.
пойти тактически попробовать у пиктов вступить в войну против... Вот мы попросим, дайте согласие, чтобы мы начали военное действие против луков. Лугей, да? Смотрим. Да, но они, кстати, соглашаются. Это даже очень, очень даже хорошо. Ну и все, теперь мы можем наконец-таки на них нападать. Так, дождь надо пропустить по возможности. Вот сухая погодка. Это как раз то, что нам надо. Так, конница на фланге. Давайте центр берите. Вот так вот мы сделаем, вот так вот. Копейщиков. Вот так поставим. Поехали. Они еще и отходят назад. Давайте не будем. Давайте будем преследовать их. Не будем терять время. Так, там у нас еще подкрепление подошло. Тоже неплохо. Давайте сюда пока идите. Так. Сейчас мы попробуем выманить всю эту конницу, которая там у них находится. Все, и сзади заходим. И продавливаем их. Так, все, отлично, мы на Анагры поехали. Так, 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 давайте, 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 Анагры. Бомбим Анагры. Все, назад отходим. Так, там канореза у нас как раз. Готовимся встречать их. Хорошо, мы их там... Всё, так. Неистовство включаем и гоним, гоним их теперь. Стрелков пока отключаем, чтобы своих не вваливали они. Все, Анагры разгребаем. Прачников догоняем. Поехали. О, давайте вот этих. Так, конница там осталась. В живых. Так, выходим, 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 выходим. Не надо биться с ним. Не надо с ним биться. Мы пока лучше вот, пикинеров постреляем. Там отдогнали. Вот этих догоняем. Анагры, все, вот сюда теперь, вот сюда.
Ой, нет, не пойдем на них, не пойдем. Так, хорошо, там подкрепления идут. Подкрепления уже на месте, давайте, поехали, вступаем в бой тоже. Все, теперь этих прачников. Так, сзади военачальник врывается. Отходим назад, давайте отходим. Вот там вот поможем. Вот так вот их. Раскидываем пикинеров. Все, стоп, отключаем. Включаем, не стреляем больше, и вы тоже не стреляйте, не надо. Харе. О, сзади заходим к нему. Не даем ему теперь вырваться. Так, и догоняем отступающие теперь войска. Там что там? 6 убегает, не будем их гнать. Все, теперь просто надо всех подогонять, постараться, чтобы этот стэк просто сдох сразу же. Чтоб еще раз не разыгрывать автобой, вражеский полководец мертв. Хорошо. Ну, кстати, хочу сказать, потери у нас довольно-таки не слабые. Но все-таки стоит учитывать то, что у нас полководец первого уровня. У них он уже был прокачанный. Соответственно, у нас никаких бонусов нету тут. В общем, поэтому у нас такие потери получились. Все, догоняем. О, как раз пикинеры убежали. Теперь их догоняем. 5 человек. Надеемся, что все-таки вырезали их полностью с первого раза. Все, ускоряемся. Два, три, три. Пять. Два. Там всех добили. Ну и все. Там даже не столько мы потери понесли от войск вражеских, сколько анагры постреляли по нам. Все, сразу их вольнули. Вот оно, повышение у нас. Повышение, ну что, фракция уничтожена, наверное, да? Да, фракция уничтожена. Теперь у нас ход будет проходить чуть быстрее. Так, давайте, наверное, хотя 1% всего, но давайте вот пока вот так вот, командир. Пока он все равно будет передвигаться по нашим землям, он уже успеет восстановиться у нас полностью. Но мы, куда мы отправимся? Мы, наверное, нам надо все-таки, наверное, сейчас вот сюда вот. Как-то вот туда вот направиться. Может даже марш включить. Или же что еще можно? Можно, в принципе, пойти на Иллирию. Взять Иллирию, взять вот эти два города, которые в руинах находятся. Мы пока... Так, а тут я же вроде распределял очки. Или, наверное, не применил. Или сбросил случайно. Ну ладно. Так, потом далее. Этот стейк у нас отправится потом сюда. Давайте его пока переправим в Мешан. И дальше уже на сепаратистов. Так, хорошо. Агентиков потихонечку надо тоже перебрасывать. Отсюда. Что тут у нас? У нас тут вроде... Так, два агента. Должно быть три. Раз, два. А где? А, третьего нам бомбанули. Ну окей, выдвигаемся.
Потихонечку наши армии все переезжают. Так. Тоже сюда. Ты, наверное, тут пока задержишься в этой провинции. Так, тебя тоже надо перебрасывать. А кто у нас тогда останется? Кто у нас тут проследит за восстаниями? Так, вот тут у нас никак не уймутся. Так, а нет, здесь порядок у нас. Давайте здесь храм Перуна тогда построим. Все, завершаем ход. Так, смотрим, что у нас там произошло. Хозяйство. Еще хозяйство. И городок. Так, хорошо. Так, теперь надо посносить еще постройки. Вот это мы продолжаем ломать. Это ломаем, это ломаем. Так, это тоже ломаем, это мы отстраиваем, это отстраиваем. А здесь храм Акуши сделаем и здесь пустим на еду тоже. Так, что у нас там право прохода есть? Так, есть, ну что, попробуем военный союз? Нет, военный союз они не хотят, оборонительный союз у них умеренный, ну тоже не хотят. Предлагали, кстати, за деньги заключить его, да? Ну, не знаю пока. Так, тут у нас потери, кстати, будут в пустыне. В пустыне будут потери. Либо вот такой круг делать. Так, здесь у нас порядок, я смотрю, более-менее. Здесь у нас за счет того, что стоят войска, тоже порядок. Так, вот это вот тут все вроде как более-менее, ну, по нулям, да? А здесь у нас порядок 2, здесь 11. А здесь, если мы сейчас выводим армию, что у нас 13, да, получается порядок. 11. Так, эту армию мы дальше перебрасываем пока. Ее можно на марш поставить, пускай идет. Так, хорошо. Тебя мы тогда отправляем, скорее всего, временно, наверное, вот сюда вот. Здесь тоже постоянные мятежи, давить их надо обязательно. Так, с тобой что делать? Ты вообще практически всю армию растерял у нас. Практически просто в ноль. Одни наемники здесь остались, которые нам... Они не нужны, их можно просто распустить. 46 тысяч у нас. Кстати, есть какая-нибудь технология за деньги? Ничего такого срочного нету вроде? Нет. Хорошо, тогда мы-то что делаем? Я думаю, улучшаем эти города. Единственное, конечно, здесь с пищей будут проблемы. Большие проблемы. Ну, как только у нас что-нибудь улучшится, мы сразу же построим фермы. Ну, все-таки это как бы защита. Все-таки пограничные города.
Я думаю, все-таки стоит. Здесь у нас по пище 14. Можно здесь взять и улучшить это дело. И улучшить вот это. Санитария у нас здесь есть. Так, здесь вот так оставляем. А здесь у нас... Так, так, так. Вот это улучшаем. Вот это улучшаем. А, надо, кстати, посмотреть храмы Макуши. Надо их сейчас взять в первую очередь. Если где-то у нас еще не максимальные уровни, их поулучшать. Сейчас посмотрим, где такие у нас пооставались еще. Здесь третий уровень строится. Здесь уже четвертый уровень. Так, здесь строится как раз четвертый уровень. А здесь нету никакого у нас. Здесь надо будет строить в первую очередь. А здесь мы поставили на строительство. Строится тоже. И здесь строится. Вот, в принципе, везде все строится. И здесь строится. Вот здесь не строится. Давайте построим. Так, здесь надо на... Так... Так, так, так. Загрязнение 6. Так, священную рощу делаем. Тут, допустим, мы строим караван. Строим, допустим, ферму. И здесь у нас, получается, нужно построить будет колодцы. Здесь мы тогда стадо, поля и храм Макоши. Тогда здесь, в принципе, вот караван шелкового пути. Вот так сделаем. А, ну армии у нас, в принципе, сами побежали, хорошо. Все такие выводят отсюда свои армии. Смотрю, Восток уходит отсюда. А Восточная Римская империя выводит свои войска с наших территорий. Все, война закончена здесь. Наконец-таки воцарился мир. Теперь все устремятся у нас на запад. Так, нас там даже грабят, смотрите, сепаратисты. Ой, достали как. Ну, сейчас мы их покараем, если повезет, конечно. Можно сейчас попробовать. Так, что? Ух ты, блин, это как раз-таки вот те парни, которые толпой тусуются где-то вот здесь вот. Вот так вот. Вот так вот. Сейчас, небось, нападут. Нет, не напали. Так, во, у нас срок службы поистекал у всех, если не ошибаюсь. Так, потери в окружении у нас. Так, снос, давайте теперь вот посмотрим тут. Что у нас тут получается? Строим, санитария есть. Священную рощу строим и строим поля. Вот так вот, снос тут у нас, ага. Снесли, строим здесь тогда. Так, 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 что построим здесь? Центр городка. Дополнительный построим. И построим тогда мы здесь. 0,7 религия у нас, в принципе. При учете, что у нас не во всех провинциях есть... прокачанные храмы, то, в принципе, я думаю, можно здесь храм Перуна не строить нам. Славянское язычество, оно поднимается, между прочим.
Так, какие люди к нам сюда плывут. Какие люди, куда они пойдут, интересно. Ну, до Сиарф они не дойдут, если что, так. А, Гармузия, тут наш стейк стоит. Надо проследить за ними будет. Так, ладно, дальше поля снесли. Так, полей больше не можем здесь построить. Местное производство тоже снесли. Так, вот, появилась ячейка у нас дополнительная. Так, теперь то, что мы построили. Пойдем теперь по этим постройкам. Улучшаем святилище Макуши. Улучшаем. Храм улучшаем, это улучшаем, рынки улучшаем. Сейчас деньги у нас закончатся уже. Так, городишки здесь тоже бы прокачать нам. Так, это тоже строим. Святилище Перуна достроили, селение достроили. 9000 у нас осталось, 3. А, они вообще копеечные. Бонус на застройку в главных провинциях у нас идет. Хорошо, хорошо. Так, пробуем теперь сейчас дезинформировать этот стек небольшой, чтоб не гоняться за ним. Да ладно, провал, вы чё, ошибанулись? О, успех. Хорошо, дойдем мы сейчас до него? Нет, не дойдем. К сожалению, не дойдем. Давайте на марш вот тут встанем. Так, готово. Так, вы сюда дальше направляетесь. Вы направляетесь вот сюда у нас. Здесь у нас никак прям не хотят примиряться с нашей религией. Надо там посидеть нам будет. Так, вы, наверное, тоже пока здесь остаетесь. Ну, вы дальше выдвигаетесь. Так, есть. Где вот эти, кстати, парни, вот, которые там тусовались по армиям? Сейчас посмотрим, где они находятся. Может, они вообще все поуходили? Нету. Вот тут какие-то мятежные стыки были. Они куда-то погрузились, короче, где-то вот тут куда-то свинтили. Где они теперь вылезут, фиг его знает. Так, а мы дальше двигаемся. Куда? Вот сюда. Давайте вот тут подождите, вот тут остановимся. Последний раз пополнимся. И тогда пойдем дальше уже. Тут у нас еще флот военный стоит. Мы вообще про него забыли. Он как-то нам не особо прям так и нужен был. И мы как-то не обращали на него внимания. Влияние 10. Скоро сможем... Так, о, кстати, повзрослел. Боже мой, какой он противный. Шанс появления детей минус 20. А, но у него есть страх, второе дыхание. Ну, все-таки, да, это... Богатство от культурных построек. Я не знаю, что... В принципе, можно его в войск отправить. Дороговит. Или же, блин, не знаю, в губернаторы. Богатство от культурных построек... Там что-нибудь было бы там на налоги, на процент налоговой ставки, что-нибудь такое более-менее полезное. А так даже не знаю. Так, ну ладно, теперь по должностям давайте пройдемся. Кто у нас тут дослуживает последние ходы? Сейчас посмотрим. Так, оба наших, да, я смотрю? Оба наших. Так, губернатор, тебе, наверное, здесь придется и остаться потом. Тебя мы поднимем. Жалко, тебя нельзя вот сюда поднять. Прежде чем тебя туда поднять, тебе надо здесь отслужить. Окей, переназначим тогда тебя. Так, ты остаешься здесь. Ты здесь.
Губернатор тоже здесь. Все, сейчас в первую очередь всех губернаторов раскидаем. Так, о. Налоговая ставка. Куда-то его тоже можно пристроить. Сава, давай сюда. Потом тут у нас должность одна освободится. И все. Так, не появилось у нас, кстати, ачивки на авторитет. Точнее, влияние. Нет, не появилось. Хорошо, ладно. Губернатор здесь сидит, но бардак у нас приличный. Ну все, поехали дальше. А, вот они, кстати. Кто нам войну объявил? Сейчас они, кстати, могут напасть, по идее. А я думаю, кстати, что они к нам войну объявили? Находится хрен знает где. А у них тут, оказывается, есть городочек с аварией. Поэтому логично, что они нам объявили войну. Им что, не хватает провинций пустых? Блин, заселяйся, не хочу. После гунов тут вообще сплошные руины повсюду. Нам сил не хватает, чтобы все освоить. Нет, не напали, я думал нападут. Вот, война, мир, срок службы истек, политическое содействие. А тут что? Тут касс. Придется нам кидать. Так, место появилось. Место появилось. Кого мы сюда посадим? Ты у нас сидишь уже. Вот я потом вот сюда вот надо будет. Как раз там пополнение, всякие бонусы хорошие для тебя будут. Продвинуть тебя повыше надо будет обязательно. Так. Вот сюда. У нас, кстати, упала очень сильно, я смотрю, власть. Какая у нас сейчас власть, непонятно. По центру находится, непонятно. То ли терпимая, то ли умеренная. Так, немножко не дошли сюда мы. Или, может быть, как сделать? Может, нам сначала пойти в Индитилерию, а потом тут сесть? Или тут уже сесть, восстановиться и в Индитилерию? Как лучше сделать? Так, все, вот этих мы сейчас догоним, тут шатнем. Не убежите уже, уже не убежите, к сожалению. Вот так вот. Ну и тут мы вот тут потом пойдем. Давайте тут ставим на границе, пополнимся. Так, повышение ранга. Так, 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 так. А вот волка возьмем и стойкого защитника. А Сава, кстати, он... Сава, красавец у нас, да? Он вроде не из нашей семьи, если я не ошибаюсь. Да, не из нашей. Может быть, его... Где этот Сава? А вот он, Сава. 43 года.
Ну вот так, попробуем мы его усыновить. Так, а где вот эти вот высадятся, непонятно. Плавают там себе. Где не могут вылезти. Так, все, тут на порядочек сразу строим. Храм улучшаем. А, каналы готовы. Храм Макоши готов, улучшаем его. Караван готов. Караван готов. Есть так. Ну ладно, улучшим его тоже. Зал собрания. Посмотрите, сколько у нас заход всего строится. Это просто жесть. Хранилище. Вот, блин, денег не хватает. Просто-напросто на все. Так. Разобрались. Все, вот тут мы садимся и контролируем порядок. Так, тебя сюда перебросим. Повысим. Ладно, все. Куда теперь агентов? Наверное, вот сюда агентов перемещать. Вот задать им сразу точку, куда им направляться. И все, пускай туда направляются. Так, только не нападайте. Главное, не нападайте. А еще одного соглядая забыл переместить. Вот, кстати, интересно, что вот ни одна из фракций в Атиле не нападает на сепаратистов, если не сидят в каком-то, в какой-то провинции, в каком-то городе. Они просто их почему-то игнорят. И я не понимаю, почему так происходит. Даже вот, ну ладно, тут Восточная Римская империя не воюет с этими восточными сепаратистами. Но даже если они бы воевали, я помню, по прохождению за Западную Римскую империю, они все равно эти города не брали нифига. Приходилось самолично их брать, разрушать, и только после этого они их могли взять. Вот тут какой-то баг, который так и не поправили. А, вера, естественная смерть. Это кто у нас? Срок службы губернатор истек. Так. Персонаж Слава принят в семью у нас. Хорошо, принят в семью. Даже с женой. Хорошо. Все, занимаем. Отстраиваемся, пополняемся. И тогда через сколько ходов? Через 3 хода мы идем на Аполлу. Не знаю, что там за сопротивление. Будет, не будет. Там кто-либо у нас. Война, мир, повышение ранга. Блин. Что ж, агенты, что полководцы с одинаковыми названиями. Я думаю, что это наш генерал получил повышение. Это нифига не генерал. Так, общественный порядок сюда кинем. Трость. А, ну авторитет, да, сюда. Селение готово. Поля готовы. Зал собрания готов. Так, что здесь построить можно? Ну, пускай здесь кузница будет.
Ой, это мы что тут построили хозяйство? Зачем? По ошибке, видимо, по всей видимости. Не мог я такого тут поставить. Так, так, так. Ладно, дальше. Что там у нас достроилось? Чертог военачальника. Хозяйство еще. Святилище. Святилище улучшаем. Так, ну где они будут высаживаться, мне интересно. А, вот они высадились. Вот они высадились тут. Так. Я не знаю, есть у них там осадки или нету. Будем надеяться, что все-таки нету. Так, перемещаемся. Вот мы восстановились. В принципе, на марше можем сюда рвануть теперь. Так, хорошо. Ну что, отношения у нас с Восточной Римской империей потихонечку ухудшаются. Попробуем сейчас. Оборонительный союз? Нет, оборонительный союз они пока что не хотят. Ну, в принципе, если мы объявим потом войну Иллирии... Я уже говорил, да, Кей, Македония, попробуем еще раз все это дело пробовать заключить. Ну что ж, на этом наше прохождение сегодня подошло к концу. А я, в принципе, говорил в начале видео, что сегодня у нас, не знаю, будут битвы, не будут битвы. Одно состоялось против лугиев, разбили их, уничтожили. Ну и остальное все прохождение мы занимались тем, что потихонечку отстраивали наши города в восточных землях, перебрасываем наши войска потихонечку, и в принципе это еще продолжим делать в следующей серии. Уже в следующей серии возьмем Аполу. Ну и будем думать, что делать дальше. Если вам понравилось сегодня прохождение, не забудьте подписаться на канал, поддержать видео лайком, чтобы не пропустить... Я уже не то говорю, все наоборот. А в общем, подписываемся на канал, чтобы не пропустить новые прохождения. Ставим лайки, чтобы поддержать видео. Ну и с вами, как всегда, на связи был Брайн. Всем спасибо за просмотр и увидимся с вами на новом видео, друзья.